Приветствую, друзья, имеется у нас вот такой вот SSD-шник Ultra 2 SanDisk 250 гигабайт, привезли из Германии, мой компьютер его не видит, решил разобрать, просто показать вам, как он устроен внутри. То есть я не знаю, даже они ремонтопригодны или нет, будет продаваться как есть. В Германии снимали вроде с рабочих машин, но почему-то мой комп его не видит. Так, это у нас SanDisk SSD SDH2 SATA 2.5, SSD SDH2 250G, 6 гигабит в секунду скорость передачи данных. В общем, внутри у нас вот, что порадовало, здесь крышка металлическая, даже есть такая термопластина для охлаждения, видите, вот здесь. Здесь ее нету, но это пластиковая крышечка, то есть это металл, это пластик. И, собственно, вот сам у нас диск. Давайте я вам так на свет попробую покрутить, чтобы видно было текст на микросхемах. Может, кому-то это пригодится. Видно? Пробуйте ставить паузу, я не знаю, буду так приближать, отдалять, чтобы как-то фокусило. Ну, вроде читабельно, да? Можете паузу делать, скриншот и потом увеличивать, читать. Ну, то есть на моменте, где будет фокус, можете прочитать надписи. И здесь еще у нас две микросхемы. Так, вот так вот. Получается раз, два. Аники-то все разные. Или эти еще такие же. В общем, много здесь микросхем. Больше, чем предыдущий жесткий я разбирал. В общем, вот такой вот у нас SSD-шник. Друзья, напишите в комментах, почему он не определяется системой. То есть один из двух, по-моему, видится системой, но не видится в моем компьютере. Ну, короче, как-то так. Я особо не заморачивался, но будут продаваться как есть. Не знаю, что с ними, но, в общем, вроде микросхемы все на месте. И здесь очень тяжело разбирался. Здесь надо было нащупать, где болтики. Аккуратненько я отклеивал углы, чтобы не оставлять каких-то там следов. И открутил, то есть, в общем, вот так вот он снимается. В общем, за видосик лайк. Не знаю, может, кому-то пригодится такая информация, что внутри SSD-шника, какие микросхемы. В общем, с вас лайк, всего наилучшего, пока.